Всем доброго времени суток! Наконец-то мы попали в S6. И что мы сразу же первое видим? Что мы можем построить? Все верно, площадь. Давайте посмотрим, сколько она стоит. Пятая площадь построить мгновенно мы можем. Это замечательно, ресурсов сильно много она не требует. Так, мы ее строим. И самый первый вопрос, сколько будет стоить ее улучшение? Ну, в принципе, пока вроде как недорого, да? То есть пятый отряд мы... В принципе, открыли. Вопрос в том, куда его ставить и сколько стоит технологии на этот пятый отряд. Давайте посмотрим. Вот он, пятый отряд наш. Команда из двух. Ну, тоже, в принципе, недорогая. То есть, двоих мы бойцов можем поставить. В принципе, уже неплохо. Наш вопрос, команда из трех человек, сколько вот это вот... колбы, да, 1,5 косаря. Да кто бы сомневался-то. Понятно, что это мы тут еще... Да тут они все колбом привели. Да они обалдели, что ли? Почему тут вообще так у всадников не могу посмотреть, сколько стоит. Везде... Пятый отряд все упирается в колбы. Причем в очень большое количество. Очень большое количество. В принципе, здесь ничего нового не открылось. То есть все то же самое осталось. Но пятый отряд это реально дорого. Ладно, хоть тут колб не надо. Ладно. Пятый отряд мы изучим. Это не проблема. Пускай пока будет с одним бойцом. Кого мы туда поставим, пока непонятно. Нужно будет улучшать площадь. Нужно будет исследование делать. Статуя, я так понимаю, еще одна нам не открыта, да? И там же универсальная статуя должна, по идее, открываться. Или она в С7 идет? Да, грустно, печально, но да ладно. То есть, что мы видим, да, команда из двух. Ну, команду из двух мы прокачаем в ближайшем будущем, когда у нас там, что у нас в воскресенье же скоро, мы в воскресенье команду из двух прокачаем. Возможно, сделаем команду из трех. Но четвертый отряд это пока очень проблематично будет выкачать. Ладно, до этого мы доберемся. Так что, вот такие вот первые новости из S6.